Всем привет, друзья! С вами, как всегда, драйвер 51 РУС. Да, находимся сегодня в Оленегорск, тут на карьере. Давайте поглядим, тут большие машинки должны ездить. Ни хера себе! Обалдеть! Красиво! Внизу вот БелАЗ стоит, нифига какой маленький! Руды тут идет какой-то. Не знаю, получится приблизить, нет. Наверное, нет. Вон БелАЗик едет. Поближе, так вроде побольше. А внизу, ребята, стоит вообще крошечный. Внизу он на погрузке там БелАЗ. Обалдеть. Жестко. Так, и надо сваливать, тут будут взрывные работы идти сегодня. Какой здоровый аппарат. Да. Уж. Вот так работают у нас тут горняки. Посмотреть, может, так получится. Какой здоровый. Сколько он, интересно, тонн тащит. Но медведь тут из леса не вышел. Глаза полные песка. Что-то повез. Вот это так. Давайте что-то тут глянем. Тут никто не поехал. Нет. Да, внизу, ребят, в самом внизу карьера стоит. БелАЗ. Такой малепусенький, обалдеть. Ой, песок, ребята, песок. Ну ладно, все. На этом будем заканчивать. Видос. Поедем дальше работать. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.